Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров рассмотрел возможности создаваемого в университете ситуационного центра. Ситуационный центр КФУ – это стратегическая структура сбора, анализа и прогнозирования. Создание такого центра способно не только отслеживать ситуацию в стране и мире, но и предлагать возможные варианты развития этой ситуации. Этот вопрос обсудили на встрече представители компании ABC. Создать центр планируется в Институте международных отношений истории и востоковедения. Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, Универньюз.